Тяжелая артиллерия на улицах города. В Самаре приступили к ремонту Ракитовского шоссе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Проезжую часть ремонтируют на всю ширину. Магистраль приведут в порядок большими картами от Московского шоссе до улицы Магистральной. В последний раз дорогу ремонтировали перед чемпионатом мира по футболу 2018. Относительно состояния дороги поступали многочисленные нарекания горожан. Ракита находится на особом контроле по поручению главы Самары Елены Лапушкиной, которая неоднократно выезжала на объект, чтобы оценить ситуацию, своевременность принятия мер по поддерживающему ремонту. За качеством материалов и ремонтных работ в целом специалисты профильного городского департамента и муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» следят круглосуточно. Объект достаточно имеет оживленное движение как легкового, так и грузового транспорта. Сейчас, посмотрите, это въездные ворота в город. Объект требовал к себе пристального внимания и, наконец, приступили к работам по его ремонту. В ближайшие 2 недели специалисты займутся фрезерованием. Работать будут преимущественно ночью, чтобы не создавать помех автолюбителям. Кроме дорожного покрытия, по контракту предусмотрена замена люков смотровых колодцев на проезжей части. На данный момент производится срезка старого асфальтобетонного покрытия путем холодного фрезерования. Данный участок восстанавливаемого покрытия будет больше 60 тысяч квадратных метров. В смену будем стараться делать 4,5-5 тысяч квадратных метров. Далее будет идти укладка, будут использовать асфальтобетонную смесь ШМА-16, также в районе 2 недель. ШМА-16 – это новая асфальтобетонная смесь, которая на городских дорогах применяется с этого сезона впервые и гарантирует повышенные эксплуатационные характеристики. Новые материалы и новейшие технологии – это требования при реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В обязательном порядке керны, пробы свежего покрытия будут направляться для лабораторных исследований. Мария Левина, Константин Головин. События.